Никому на свете. Эфиопская народная сказка. Жил-был человек, который ну не мог, если знал какую-нибудь тайну, не разболтать ее всему свету. Не мог хранить чужой тайны. Подобные люди редко, конечно, но еще встречаются на свете. И надо же такому случиться, а вот это как раз бывает нередко, чтобы именно ему, страшному болтуну, молодой правитель страны, Негус, вдруг открыл в задушевном разговоре, который никто, кроме них двоих, не слышал, свою заветную тайну. Он просто проговорился. Так тоже бывает. Видимо, в тот день ему очень хотелось с кем-то поговорить, развеять свою печаль, а тут, как назло, подвернулся этот человек, не умеющий хранить ничьих секретов. И Негус с ним разоткровенничался. Правда, он тут же спохватился, сказал: «Только смотри, никому, ни одному человеку в мире не рассказывай, понял?» Предупредил его, значит. «Эту мою тайну, — сказал Негус, — никто не знает и никогда не узнает». А вот этого болтуну как раз и нельзя было говорить, потому что для болтуна чем запретнее тайна, тем слаще ее выбалтывать. На всякий случай Негус, все-таки он был Негусом, сказал: «Если кому-нибудь проболтаешься, не сносить тебе головы. Ты знаешь мое слово». На том и расстались. Пришел болтун домой, лег спать, а заснуть не может. Мучает его тайна Негуса. Если бы не глубокая ночь, побежал бы повсюду и всем разболтал. А это конец, головы не сносить. Вышел он тогда во двор, вырыл яму поглубже, залез в нее и сказал вслух секрет Негуса. Только тихо-тихо сказал, шепотом: «Молодой Негус». Ну и так далее. Его слов никто бы не расслышал, даже если б стоял рядом, а вокруг никого и не было. Сказал и успокоился. Прошло немного времени, и вырос в той яме бамбук. Хороший бамбук, крепкий. Бамбук снесли на базар, а там его купили трубачи Негуса и сделали из него рожок. Отличный рожок, как раз для трубачей. Стал главный трубач трубить в него, и вдруг рожок громко-громко на всю базарную площадь разгласил тайну, которую доверил болтуну Негус. «Молодой Негус» и так дальше. Все слово в слово. Ох, что тут началось! Все бросились пересказывать друг другу секрет, который уже не был секретом. Прослышал про это Негус и велел принести ему бамбуковый рожок. Но только затрубил в него сам, как рожок снова стал повторять тайну, которую теперь знали все. Разгневался Негус и приказал во что бы то ни стало разыскать болтуна и перевести к нему. Болтуна быстро нашли, и он предстал перед Негусом. «Как ты посмел кому-то рассказать то, что я тебе доверил, негодный?» — гремел Негус. «Я отрублю тебе голову!» Болтун упал на колени и взмолился: «О, Негус, я не могу хранить чужую тайну, но я помнил твои слова. Если выдашь эту тайну какому-нибудь человеку, не сносить тебе головы. И я, поверь, никому в целом мире не рассказал ее, хотя мне было очень тяжело». «Не верю!» — закричал Негус. «Кроме тебя и меня ее никто не знал, а теперь знают все». «Но я еще не договорил», — сказал болтун. «В ту же ночь, как я ушел от тебя, я понял, что не в силах молчать. Тогда я выкопал во дворе яму и выдал эту тайну земле». «Ах, вот оно что», — сказал Негус. «Я все понял. На том месте вырос бамбук. Его срубили, сделали рожок, и он разгласил дорогую мне тайну». Молодой Негус как-то сразу сник и постарел лет на 10. «Да», — сказал он спустя немного, — «ты не нарушил своего слова.
Ты сказал не человеку, а земле. Но и земля, как видно, имеет уши. И если хочешь сохранить тайну, не говори ее ни земле, ни людям, никому на свете.